Военный парад, посвященный Дню защитника Отечества, состоится в Астане 7 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны. По площади Казак-Еле пройдут около 2000 военнослужащих и 250 единиц военной техники. В небо над столицей поднимутся 56 самолетов и вертолетов. С 14 апреля военные уже приступят к подготовке этого зрелищного события. Каждый день в городе будут проходить тренировки парадных расчетов и механизированных колонн.